Минувшее воскресенье 19 июня свой профессиональный праздник отметили медицинские работники. В Буйской городской больнице состоялось торжественное собрание, посвященное этому событию. Буйских медиков поздравил глава города Валерий Катышев, поблагодарив за нелегкий самоотверженный труд во благо здоровья людей. Условия на сегодняшний день действительно достаточно сложные. Система здравоохранения вообще в целом в стране. Поэтому спасибо большое за вашу нелегкую работу. Я скажу, что много очень благодарных людей, которые действительно оценивают достоинство ваш труд. Действительно, вы приходите на помощь людям, когда они находятся, наверное, в одном из сложных самых состояний. Город и наша больница – это, в принципе, одно целое. И, к счастью, что многие люди понимают, как тяжело ваш труд. Многие сферы временами переживают кадровый кризис. Не так давно эта проблема коснулась и отрасли здравоохранения нашего города. Но ситуацию удалось изменить в положительную сторону. Над привлечением специалистов работали и руководство лечебного учреждения, и городские власти. И в поликлинику, и в стационар пришли новые высококвалифицированные доктора. Буй также ждет студентов-врачей, которые после окончания вузов приедут к нам на работу. Город оказывает медикам материальную поддержку, решает вопрос с обеспечением их жильем. Сами же доктора не стоят на месте и совершенствуются в своем профессиональном росте. Больница и поликлиника в рамках реализации федеральных и региональных программ оснащается современным оборудованием, а наши доктора умеют на нем работать. Они с успехом осваивают новые, более эффективные методы лечения пациентов. Люди в белых халатах стоят на страже нашего здоровья. В профессиональный праздник отметили лучших. Забегая вперед, скажем, что их оказалось немало. Появление заслужили и министерские награды. Так, почетным знаком Минздрава «Отличник здравоохранения» награждена Ирина Новожилова, заведующая отделением функциональной диагностики. Министерской почетной грамотой отмечена терапевт Ольга Макушина. Почетной грамотой Костромской областной думы награждена старшая медсестра стоматологического отделения Татьяна Бодрова. Грамотой администрации Костромской области медсестра кожного кабинета Надежда Смирнова. Грамот департамента здравоохранения удостоены участковый педиатр Юлия Самофалова, хирург Виталий Ткачук, анестезиолог-реаниматолог Татьяна Садчикова. Благодарственные письма Департамента здравоохранения были вручены Любови Кузнецовой, старшей медицинской сестре детской консультации, фельдшеру скорой помощи Марине Фроловой, медсестре школы номер 2 Светлане Смирновой. Грамоты Буйской городской думы также стали наградами для наших медиков, среди которых старшая медсестра травматологического отделения и приемного покоя Наталья Смирнова, водитель Максим Максименко, старшая медсестра стоматологии Татьяна Кутузова. Грамоты администрации города Буя вручили старшей медсестре дневного стационара и акушерского отделения Татьяне Беляковой, старшей медсестре детского отделения Галине Баклановой и старшей медсестре отделения терапии и кардиологии Валентине Якушевой. Приказом по больнице почетными грамотами награждены 27 человек, благодарственными письмами 8, благодарности объявлены 38 медикам. Чествовали и ветеранов. К празднику обновили доску почета, на ней 18 лучших работников. Гордость Буйской городской больницы. Коллектив у нас хороший. Я работаю здесь еще совсем недавно. Приехала из другого города. И мне девчонки нравятся. Нравятся медсестры, заведующие отделением, санитарочки. Мы живем дружно. Конечно, терпение с детьми. Терпение. Но много всего трудного, конечно. Трудно работать с детьми, с больными детьми. Это очень трудно работать, потому что он не говорит, он не скажет. Что еще? Ну, много всего. Как? Тяжелые ночи, бессонные ночи. А вы не жалеете, что выбрали именно эту профессию? Нет, нисколько. Ни на минуту. Мы все отдаемся своей профессии, потому что у нас дети. Это святое. Все детские страдания, они все проходят через нашу душу. Через себя полностью, особенно если там тяжеленный ребенок, ты его пропускаешь полностью через себя, пока не уйдешь со смены, ты еще думаешь целую неделю там о нем, как он там, чего там, звонишь, переживаешь, потому что, ну, ребенок это святое. Гордость за профессию врачей и то, что мы помогаем больным, помогаем медсестрам, врачам своим трудом. Здоровье. Здоровье, огромное-преогромное здоровье. Будет здоровье, будет все. Ну, все осуществится, все сбудется. Но самое-то главное – здоровье. Самое главное, я пожелала бы докторам здоровья, чтобы у них на все хватало сил, терпения и всего-всего хорошего.